Все-таки знает Дженнифер Энистон толк в друзьях. В прошлом году ее развод с продюсером Джастином Теру прошел очень тихо. Если сравнивать со скандальным разводом Джоли Питов, Энистон рассталась с Теру так, будто никогда с ним и не встречалась. Я пошла. В чем секрет? В друзьях у нее сплошь журналисты. Ближайший ее круг – телеведущий Джимми Киммел. В его компании она провела новогодние праздники. И другой телевизионный титан Эллен ДеДженерес – ее лучшая подруга. Друзья-телевизионщики всегда поддерживали Энистон, сглаживали ее репутацию, как стилист выпрямляет ее уже легендарные волосы. Прическа Рэйчел, названная в честь ее героини из сериала «Друзья», давно бренд. Энистон не меняет ее уже 20 лет. Вы привлекли внимание. Это умение тоже нужно ценить. Хорошо. Не изменяет и своему стилю в одежде. Только Энистон так умеет носить джинсы и майки. Накануне юбилея снялась в фотосессии, где примерила сексуальное платье. Говорит, жутко неловко. Такие платья она ненавидит. Ты чувствуешь себя принцессой? В этом платье, да, чувствую. На дорожках, тем не менее, следует правилам элегантно. Все-таки Энистон всегда была хорошей девочкой, не нарушающей правил. Еще и лифчик задом наперед надела. 50-й день рождения Джен отметит, как обычно, вечеринкой. Именинница призналась, ее дом всегда похож на клуб, где полно приятелей и много еды. Друг Джен, продюсер Кристин Хан, назвала ее социальным клеем. Она скрепляет любую компанию. И когда ее нет в городе, мы не знаем, куда себя деть. Это про меня. После развода Джоли и Пита журналисты предположили, не вернется ли Энистон к своему бывшему мужу. Но нет, остались друзьями. Эта именинница умеет